Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Последние дни меня многие просят показать в открытом грунте томаты 2018. Я уже несколько раз говорю, что я только высаживаю, потому что у нас нынче очень долго было холодно. Я вроде начала высаживать, там пошел град, снег, я все это прекратила. Была затяжная вот такая вот период холодной погоды. И сейчас я высаживаю одновременно и скороспелые, и поздние крупноплодные в открытый грунт, высаживаю все. Вот сейчас высаживаю томат Ринет, он скороспелый, он должен был быть высажен очень давно. В прошлом году я его высаживала, по-моему, в мае, в середине мая. Но вот сейчас я добралась до него, и такая ситуация, что некоторую рассаду приходится высаживать прямо уже с томатиками. Видите помидорки? Он уже в помидорках, но он еще стоит у меня в лотках. Он и другие томаты тоже. Еще раз говорю, из-за погоды нынче высадка у нас сдвинулась на 2 недели. Если так можно было скороспелки в конце мая хотя бы высадить, то сейчас вот 11 июня я только высаживаю. Поэтому он у меня в таком состоянии, что он уже, можно сказать, не рассада, а взрослое растение. Видите, если бы он был в грунте, в открытом, конечно, у него бы уже были плоды большие, полностью была бы одна кисть сформированная. Но нынче у нас так. Но зато рассада хорошая, толстая, она сейчас быстро пойдет в ход. Я так же, как в прошлом году, высаживаю его вокруг теплицы, ему много места не надо. Рассказывать о сорте не буду. В прошлом году было подробное видеообзор этого сорта, и летом и весной, как я его высаживала, потом как он подмерз, листья замерзли, потом как он оброс, как он облепился весь томатами, как он созрел, все это я показывала, можете посмотреть. Это ультраскороспелый сорт Ринет, который выживает при любой погоде. И его можно было бы нынче высадить рано, но я нынче занята была другими делами и не успела, короче, его высадить. Высаживаю вот так с томатами. Но все равно он очень быстро поспеет у меня. Я потом вам его покажу. Он детерминантный, штамбовый. Название Ринет говорит о размере плода. С небольшое яблочко, цвет красный. Все, до свидания. Буду садить длинные видеоролики, снимать некогда. Все коротко, коротко, коротко. Вот это сорт Ринет. И остальные сорта томатов я только высаживаю. Так что не просите меня показать томаты в открытом грунте 2018. Их еще нет. Они еще почти все в лотках. Все.